Самый волнующий момент сегодняшнего вечера, который в себе таит еще одну интригу, потому что по обоюдному желанию двух спортсменов бой будет проходить по максимально жестким правилам, где разрешены удары головой и в стойке, и в партере, и удары в голову локтями и коленями в стойке, и в партере, а также добивание партнера на татами. Итак, главный бой сегодняшнего вечера, титульный бой за звание чемпионов. В этом поединке принимают участие представители России и Соединенных Штатов Америки. В красный угол ринга приглашается представитель Соединенных Штатов Америки Саймон Кросс! Представитель Российской Федерации Абдурагимов Заур! Поцелуйтесь еще. Давай.
На второй минуте, 10 секунде, технический нокаут. Победил спортсмен в красном углу.